Хан был удивительным человеком, не похожим на других людей и даже не очень похожим на человека вообще. Я бы скорее назвал его магом. Только их не бывает. Пойдем. Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Замри. Называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Чудовища возвращаются. Так оно и происходит. Живой пример.
прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ.